Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Кинае, как вы? А кто это? Это я, Умида. Умида? Дочка. Как вы? Как ты? Все хорошо? Спасибо. Как вы сами? Все хорошо у вас? Как дома? Я слышала, ты уехала в Корею. Да. Учишься? Да, я поступила, учусь. Молодец, все нормально? Да, хорошо, спасибо. Надо же. Я хотела... Смотри, как, а? Твои родители так мечтали о том, чтобы ты училась за границей, чтобы ты стала крупным журналистом. Наверное, их души сейчас рады за тебя. Ты исполнила заветную мечту своих родителей. Молодец. Кинае, я... Я хотела вам послать денег немного для ремонта нашего дома. Вы бы не могли заняться ремонтом до моего приезда? Как это... Разве ты не знаешь, Умида? В вашем доме уже идет ремонт. В нашем доме? А кто его делает? Твоя тетя, которая была за границей. Мама часто о ней говорила. Эта тетя приехала. Очень тебя искала. Не нашла. Вы, наверное, не виделись, да? Не говорили. Моя тетя? Да, твоя тетя. Моя тетя Подожди, приехала? У меня ее номер телефона. Она несколько раз приезжала и расспрашивала о тебе. Сказала, что ищет тебя. Ну что, запишешь? Да, да, говорите. А я думала, что она нашла тебя. Сейчас, подождите. Сестра, хватит! Хватит! Можете дать телефон? Остановите! Вот так. Сестра, все, все, хватит. Хватит, сестра. Кинае, говорите. 94. Да. 776. Да. 67, 77. Записала? Да. Спасибо вам. Огромное спасибо. Береги себя. Звони почаще. Хорошо? Хорошо. Я вам еще позвоню, хорошо? Спасибо большое. Будь здорова, дочка. Хорошо. Моя тетя. Моя тетя. Мама ее ждала 19 лет. Может, позвонить ей? Лучше напишу. Здравствуйте, дорогая тетя. Это я, Умида. Я только сейчас узнала о том, что вы вернулись в Узбекистан. Хотела позвонить, но постеснялась, честно. Если у вас будет время, то позвоните мне, поговорим. Я даже не знаю, с чего начать разговор. Мне мама много рассказывала о вас. Теперь у меня есть тетя. А я думала, что в Узбекистане никого не осталось у меня. Тетя. Ой. Алло. Умида. Как ты?
У тебя все хорошо? Как здоровье? Я тебя очень долго искала. Поехала за тобой, но не успела. Ну как ты? Как чувствуешь себя? Вы? Умита. Не может быть. Как же так? Как эта женщина может быть моей тетей? Что вообще? Что происходит? Умида? Да, Джамиляпа. Уже поздно, идем домой. Пошли. Алло, дочка. Алло, здравствуйте, папа. Да, здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Тебе получше? Да, хорошо. Я соскучилась по вам. Я как раз собирался тебе звонить. Как твое состояние? Я в порядке. Немного пришла в себя? Да, понемногу. Как вы сами? Как ваше сердце? Почему вы убежали? У меня были дела. Должен был встретить своих зарубежных партнеров. Все время работа, работа, о здоровье не думайте даже. О себе нужно думать, папа. Ладно, дочка, ты не думай об этом. Завтра с утра отправляйся в Самарканд. Приезжай домой. Побудешь здесь пару дней. Если ты будешь рядом со мной, я буду спокоен. Хорошо. Я буду за тобой присматривать, а ты за мной. Будем ухаживать друг за другом. Хорошо, папочка, я приеду. Ладно, дочка, береги себя. Фирузе, передавай привет. И вы берегите себя. Хорошо, дочка. До свидания. Будь здорова. Дунья. Ладно, папа. Вот тебе компот. С кем говорила? С папой. Завтра я еду в Самарканд. Правда? Хорошо. Очень хорошо. Я днем на работе, а ты весь день скучаешь одна. В Самарканде тебе будет лучше. Отдохнешь. И я не буду беспокоиться. Буду спокойно делать свои дела. А так ты все время одна дома. Утром сама тебя провожу. Пей компот. Сама сварила. Джамшид, ты, оказывается, был прав. Насчет чего? Насчет того, что в Узбекистане меня больше никто не ждет. Я приняла решение. Я выйду замуж. Ну вот теперь ты приняла правильное решение. Давно надо было решать это. Хорошо. Папа, я тоже соскучилась. Я хочу поехать в Австралию к вам. Кажется, ее отец звонит. Дорогой. Дорогой, как вы? Мы очень соскучились по вам, если вы знаете. Когда у Лолы начнутся каникулы, мы все поедем в Австралию. Хорошо. До свидания. Будьте здоровы. Пока-пока. Здравствуйте, мама. Проходи, сынок. Как у вас ты? Все хорошо? Как вы сами? Да, хорошо. Все нормально? Как ты сам? Спасибо. Аминь. Чтобы все было хорошо. Пусть будет мир и покой в нашем мире. Аллах Акбар. Как вам, мама? Да, спасибо, сынок. Не мучает жара? Да, хорошо. Как сам? Спасибо. Все хорошо у тебя? Слава Богу. Что-то ты очень много работаешь в последнее время. Да, сейчас работы много. Да, будь здоров. Спасибо. Пусть у тебя будет все хорошо. Что у тебя? Дуня выписалась из больницы. Да, как хорошо. Да. Как она себя чувствует? Как хорошо, ее здоровье? Хорошо, она уехала домой в Самарканд. Да. Поэтому, если вы не против, может, съездили бы вместе и навестили ее. Конечно, конечно, поедем, сынок. Обязательно поедем. Когда? Бог даст, прямо завтра поедем. Ладно, сынок, завтра же поедем. Хорошо, вместе поедем, да. Ладно? В такие дни нужно навещать и поддерживать друг друга. Хорошо, сыночек, собирайся. Тогда я пойду переоденусь. Да, хорошо. Хорошо. Обед готов уже. Угу. Здравствуйте. Как ты, Азиза? Как вы, Шарфике? Все хорошо? Вот документы на кобальт.
Угу. Продайте на свое усмотрение, а деньги поделим, хорошо? Ох, какая же ты шустрая. Самое главное, он сам согласился. Ладно, тогда я хорошо. Пойду. Будем на связи. Хорошо, отлично. Смотрите, чтобы не обманули. Ты не волнуйся. Заходи, дочка. Садись. Вы меня звали? Что происходит, дочка? Разве можно так терзаться? Что случилось, то случилось. Ты не переживай, все будет хорошо. Если переживаешь из-за машины, так я тебе куплю другую. Да не переживай. Придет день, и ты даже не вспомнишь об этом. Я нашел хороших врачей. Но только не сейчас. Нужно немного подождать. Вторую операцию ты не перенесешь. Они сказали, что ты будешь еще красивее, чем раньше. Папа, скорее сделаем это. Я хочу выйти на работу. Сидеть дома, оказывается, не для меня. Я тебя понимаю, дочка, понимаю. Но пока иначе нельзя. Нужно потерпеть. Немного потерпи. Так ты и маму, и меня замучаешь, детка моя. Как ваше самочувствие? Сердце не беспокоит вас? Если с тобой все будет в порядке, то и мне будет спокойно. Хорошо, я буду в порядке. Мы договорились? Да. Все. Бери себя в руки. Я люблю вас, папа. Хорошо, будь здорова, дочка. Бах! Ах, вы мои сладенькие. Ну-ка, еще раз покажи. Алло? Даврон? Здравствуйте. Здравствуйте, Шерзатаке, как вы? Спасибо, не побеспокоил? Отдохнули после Самарканда? Да, брат, все хорошо. Я и сам сейчас собирался вам звонить. Все в порядке? Молодые встретились, думаю, они понравились друг другу. Надира поинтересовалась, она ответила, что будет так, как скажет брат. Поэтому я хочу посоветоваться со своей тетей. Но в этом году мы не сможем справить свадьбу. Сами знаете, мне пришлось многое пережить. Да, знаю. Вы об этом не думаете. Вот увидите, все будет хорошо. Мы с вами хорошо понимаем друг друга. И как-нибудь решим этот вопрос. Ведь мы не чужие друг другу. Стали как братья. Нам от вас ничего не нужно. Все свадебные расходы мы берем на себя. Нам только невеста нужна. И все. Нет, брат, дело не в этом. Дело в том, что в этом году мы в трауре. Будет стыдно справлять свадьбу. Я сделаю для сестренки все, что нужно, ведь она у меня единственная. До сих пор я для нее еще ничего не сделал. Конечно, все верно. Просто хочу избавить вас от лишних хлопот. Главное провести помолвку молодых, все обговорить, а свадьбу справим на следующий год. Мы будем ждать столько, сколько надо. Мы не хотим упустить хорошую невесту. На этой неделе я отправлю сватов. Вот тогда обсудим все вопросы. Ну хорошо, брат, спасибо. Тогда еще созвонимся. Да, передавайте домашним привет. Спасибо, и вы передавайте привет. Хорошо. Дядя, там приехали сваты к Дуньопе. Сваты? Да, они до этого уже приезжали, сейчас снова приехали. Вас спрашивают. Сейчас. На, возьми это. Здравствуй. Здравствуйте. Как ваше Добро здоровье? Добро пожаловать. Проходите, все в порядке? Проходите. Спасибо. Спасибо. Проходите. Проходите. Ты иди же, иди. Ну ладно. Иди.
Проходите наверх, пожалуйста. Спасибо. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Садитесь. Мать, ты тоже садись. Да благословит Всевышний. Пусть будет мир и покой. Аминь. Добро пожаловать. Спасибо. Добро пожаловать. Когда вы были в отъезде, они уже приезжали сватать. Вот как. Я говорила. Да. Вы, сынок, если я не ошибаюсь, работаете вместе до нее. Да, мы вместе работаем. Вспомнили? Да, вспомнил. Добро спасибо, пожаловать. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Как да, ваши дела? Вы знаете, что у нас произошло, да? Никто не ожидал, такая беда. Слава Богу, что да, осталась жива. Пусть будет здорово. Спасибо, что выразили нам такое внимание, приехали из Ташкента в Самарканд. Спасибо. Да, да. Добро Но пожаловать. Вы сами понимаете, нам сейчас не до свадьбы. Да, мы приехали не сватать. Мы просто хотели проведать Дуньохон. Спасибо, спасибо. Как она себя чувствует? Уже все полностью поправилось? Слава Богу. Спасибо, хорошо. Будьте здоровы. Да, повезло. Да, Бог уберег. Повезло ей. Бог уберег. Мать, это, приготовь да, хороший самаркандский плов. Спасибо. Ведь наши гости приехали спасибо из Ташкента. Спасибо большое. Спасибо. Будьте здоровы. Сейчас. Вот. Значит, тогда вы поговорите здесь, а мы, мужчины, выйдем во двор. Хорошо. А? Вы поговорите. Ну-ка, ладно, пошли. Да-да, пошли. Спасибо. Проходите, сынок. Спасибо. Ну, как здоровье? Кто там, Дуньо? Дай мне воды. Лучше вот это выпей. Дуньо, это сваты пришли, да? Дуньо, почему ты так делаешь? На вид вполне приличный парень. Хороший парень. Ты посмотри, какая у него мать. Такая приятная женщина. Даже в таком состоянии они приехали навестить тебя. А что не так с моим состоянием? Я не верю таким парням. Один из них Шерзот, что ли? Тоже хороший парень был. Бросил меня на полпути. Хватит уже об этих разговорах. Я не верю в любовь больше. Столько всего наобещал и бросил. Не говори так, сестренка. Не грусти, все будет хорошо. Забудь те дни. Подумай над предложением этого парня. Может быть, он сделает тебя счастливой. Даже в таком состоянии. Он готов на все ради тебя, ради твоего счастья. Хватит уже! Эх ты, сестренка. Давронаки, а как отдыхаете? Идем, садись, Надира. Как сходили? Да, спасибо. Как тетя? Как у них все дела? Нормально у нее. Да, привет да, передавала. Спасибо большое. Вы поговорили с ней? Сказали? Да, поговорил. Сказал тете, что в этом году мы не можем провести свадьбу, так как мы в трауре. А она сказала, ничего подобного. Траур длится 3 дня. Поспешите со свадьбы. Нужно считаться и с чувствами твоей сестренки, чтобы ей не было трудно. Да, Вронаке, тетя права. Возможно, она и права. А что скажут люди? Я об этом думаю. Если об этом думать, то людям лишь бы поговорить. Думайте о хорошем вместо этого. Ведь нам пришлось столько всего пережить. А теперь нужно играть свадьбу. Думать только о хорошем. Надо радоваться жизни. Не правда ли? Я тоже об этом задумался. Завтра придут сваты. Я говорил с Шерзотаке. И тетю пригласил. Она старшая в семье. Будет хорошо, если тетя сама встретит их и поговорит. И ты тоже хорошо, хорошо подготовься. Обязательно. Организуй достойный прием. И Малике скажи, чтобы она никуда не уходила, была дома. Если сваты захотят с ней познакомиться, она должна будет к ним зайти. Вы не волнуйтесь. Мы все сделаем как надо. И красиво их встретим. Ну, хорошо.
Алло. Алло, Юлдус, здравствуйте. Здравствуйте, Шерзатаке, как вы? Здравствуйте, спасибо, все хорошо. Не побеспокоил? Нет, нет, все хорошо. Как домашний? Все нормально, как малышка? Спасибо, хорошо. Юлдус, если можно, передайте телефон своему дедушке. Я хочу с ним поговорить. Шерзатаке, что-то случилось? Да нет, все в порядке. Хорошо, сейчас передам. Ладно. Дедушка, Шерзатаке просит вас к телефону. Алло? Здравствуйте, отец. Здравствуй. Прошу извинить за поздний звонок. Ничего страшного, слушаю. Отец, мне надо с вами поговорить. Хорошо. Мы можем завтра увидеться? Ну ладно, ладно, можешь приходить. Нет, я хочу вас пригласить на обед в кафе. Если вы не против, я приеду за вами. Я вас очень прошу. В кафе? Я хочу пригласить на обед вас, Юлдус и Ясмину. Пожалуйста, соглашайтесь. В кафе на обед, да? Да, да, на обед. А Ясмина согласна? Да, Ясмина согласна. Хорошо, тогда ладно, пойдем. Спасибо большое. Я боялся, что вы откажетесь. Хорошо, спасибо, пойдем. Тогда до встречи завтра. Бог даст, да. Еще раз прошу извинить за поздний звонок. Ничего страшного. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Хорошо, спасибо. В чем дело, дедушка? Он нас приглашает на обед. Шерзатаке, да? Да, Шерзатаке. Ура! Мы пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Добро пожаловать. Спасибо. Да благословит Всевышний и одарит своей милостью ушедших. А моей племяннице счастье. Аминь, Аллаху Акбар. Аминь, Аллаху Акбар. Спасибо, как вы сами? Как ваше здоровье? Я мама Дельмурада. Вы, наверное, слышали? Вы слышали о Дельмураде, да? Слышала. Молодые встретились. Понравились друг другу. Поэтому я сказала, чтобы вы пришли. Вот мы и пришли сватать. Теперь было бы хорошо не затягивать за свадьбой. Но оказывается, вы в трауре. Что будем делать? Племянник мне тоже об этом сказал. Что свадьбу будем делать на будущий год. Но я ему сказала, что траур длится 3 дня. Пришло время, хорошая семья, девушку надо выдавать. Да, вы правы. Я бы хотела справить свадьбу на следующий месяц. Я тоже мечтаю привезти в дом невестку. Ну, вы что скажете? Ну ладно, пусть будет свадьба. А вы видели мою племянницу? Она вам понравилась? Надеюсь, теперь увидим. А она дома? Сейчас позову. Маликя? Маликя Хан. Маликя. Да, тетушка. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо, как вы? Ой, какая вы приятная. Красивая, оказывается. Как вы сами? Все да, хорошо? Да, спасибо, у вас? Все хорошо. Иди сюда, не уходи. Налей чаю. Настоящая принцесса. У вас, оказывается, есть настоящая принцесса, воспитанная, чтобы не сглазили. Пусть все девушки будут счастливы. Не смущайтесь, не волнуйтесь, доченька. Рахмат. Тетушка, умница. Можно мне рядом с Шерзатаке сесть? Да, приходи, проходи. Ну-ка, садись. Моя сладкая девочка.
Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Что будете заказывать? Ой, здесь есть качели. Я сейчас приду. Иди, присмотри за ней, я дочка. Сейчас. Отец, я встретился опять по поводу моего предложения. И прошу руки Юлдуз. Если вы дадите свое благословение, мы бы начали подготовку к свадьбе. Мое решение твердое, и я не откажусь от него. Знаешь, я в курсе, ты не был женат. И не знаешь, что такое воспитывать ребенка. У моей внучки есть ребенок, она мать. Когда у вас появится свой ребенок, моя внучка все равно окажется в стороне. Нет, этого не будет. Я люблю Ясмину как свою дочь. Я буду беречь и Юлдуз, и Ясмину. Это слово мужчины. Поверьте мне. Дайте нам свое благословение. Идемте, я вам что-то покажу. Иди сюда, садись. Ну как, познакомилась с будущей свекровью? Когда к ним зашла, не смутилась? Я смутилась, разволновалась. Даже не смогла посмотреть ей в лицо. Так волновалась. А почему ты так волновалась? Через это проходят все девушки. У дома всех молодых девушек всегда много сватов. Это тоже счастье. И не всем дано испытать это счастье. Все равно какое-то странное чувство. Даже немного страшно. Чего вы испугались? Не надо бояться. Думайте только о хорошем. А когда выйдете замуж, переедете в другой дом, никому не перечьте. Говорите «ладно», «хорошо». Старайтесь во всем угодить свекрови, своему мужу. Будьте к ним внимательны, вежливы. И все у вас будет хорошо, вот увидите. Для того, чтобы в семье все было хорошо и спокойно, все зависит от женщины, Маликихон. Тогда и вы будете счастливы. Все правильно. Я видела вашу свекровь. Хорошая женщина. По глазам видно, она открытая и искренняя. Бог даст, вы будете прекрасной свекровью и невесткой, как мама и дочка. Поверьте, дай Бог. Обязательно. Зайдем в дом, будем есть. Ну ладно, идемте. Пошли. Мама! Мама! Вы замуж выйдете, да? Доченька, что ты говоришь? Вы выходите замуж, да? Ты что говоришь? Сегодня приходил тот дядя. А вы знаете, что он сказал дедушке? Знаете? Что он сказал? Сказал, отдайте ее замуж. Он очень хороший парень. Он так сказал. Меня же не отдадут замуж, да, наверное? Вас отдадут? Можно мне стать невестой? Можно. Только будьте счастливы, и все. Но вы меня не оставите, да? Разве я могу тебя оставить? Ты же мое счастье. Я не брошу тебя никогда. Хорошо. Это вы мое счастье. Ой, как воняет. Больше не готовь. Корейцы такую еду не едят.
Угадай, что я тебе принес. Интересно, что же это? Вы купили цепочку? Спасибо. Таң отмагай, күн отмагай, көзләреңне көрмәсәм. Шамда куяш һәм батмагай, көзләреңне көрмәсәм.